подойди, он тебя не убьет. Он когда стоит здесь, он не убивает. Да я знал, что он убьет. Многие уже ведутся на эту фишку. Ну что, ребята? А, блин! Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Куёка, Пингвин и Гусанёк. Пацаны, поздоровайтесь! Привет! Всем здорово! Всем привет! Сегодня мы решили записать очень сложный режим на карте FNAF 1. Если тебе текущий приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, подрубаю я режим It's Me моды. Надеюсь, вы поддержите нас лайкосиком, подпиской и напишите классный комментарий. Ну что, Night 9. Это прям нереально что-то сложно. Давайте, пацаны, мы должны сегодня затащить. Внимательно. Все чекаем внимательно. Камеру включай на Фокси сразу. Опа. Ой, это что означает? Что-то нехорошее, да? Мы поняли уже. Он уже на Фокси. На Фокси. Думаю, мы уже... Все, ждем. Вот так пусть камера и будет. Ой. Уже пришел кто-то. Ой. Там мы... А че мы слились? А, этот, желтый Фредди появился сразу. Да? Так, ребята, ну что, это мы специально проиграли. А, ночь продолжается? Опять? Да что такое? Это мы специально или мы не специально? Это уже такие не бывают. Так, Балун Бой стоит. Смотрим. Так, ребятушки, давайте я вам помогу. Вы тут. Ой-ой-ой. Ой, спасибо. Так, Балун Бой ушел, ждем. Не спеши, не спеши открывать. Да, не спеши. А выходите, выходите с офиса все. А. Ай, Куёка не успел. Эй, мы живые, мы живые. Мы живые. Ой. Вот это жесткая ночь, ребята. Это просто нереально мощно. Смотрите внимательно назад, тоже приходят. Бывают фиолетовые, бывают Golden Freddy. Написано, вы не сможете. Так, вообще, двери не сможем, да, я так понимаю, в этом ролике мы открыть? Так, что-то жестко. Бежит Фокси, я успел, я успел. Ой-ой-ой. Ребята, вы чё ж не смотрите? Так, не спешите, не спешите. Это чего? Да успокойтесь, аниматроники. Мы же добрые. Вот это же... Открывать? Нет, 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 нет. Там вроде никого нету, Дим. А вот с этой стороны? Не уходите. Вот с этой нету, наверное. О, нету никого там. Так, подожди, надо подождать еще. Так, открываем. Ой, сзади. Сзади Golden Freddy. Ой, блин, выходи. Выходи, выходи. Да Куёка запутался. Сейчас он... Так, мы живые, мы живые. Все, ушел, чика, заходите. Чика, чика, быстрее, чика. А не надо пока закрывать, да? Не надо, ждем. Внимательно чекайте двери. Ой. У, Фокси бежал, а дверь была закрыта. А дверь была закрыта. Вот это жесть! Ой, да ой, что? Ой. Да что? Что происходит? Как пройти эту ночь? Да вот что такое? Ой. Да как? Ой, там кто-то стоит. А, Бонька. Ребята, это нереально сложная Фредди, ночь. Фредди, Фредди, выходим, выходим. Фредди. Вы сейчас проиграете. Нормально. Не проиграй, все, можем заходить. Все, а что он сзади заходит? Обычно вот тут он сидит, да, ребят? Кто знает, он в углу тут сидит. Шкатулка, шкатулку. Же шкатулку заводить надо. Ой, что я сделал? Да а, как? Не, ну мы пройдем, да, пацаны? Мы что, проиграли 100 раз? Надо 101 раз проиграть, чтобы слиться. Смотрим на Фокси, рука опущена. Так, ушел. Руки опущены у Фокси, все хорошо. Затащим. Так, там Чика стоит. Вроде как подуспокоилась, да, все? Да. Утихомирилась. Так. Ой, СМИ опять. Подождите, а там кто-то стоит? Можно открывать двери? Там, тут так, Чика нет. Стоит. Она в углу стоит, стоит или прямо возле дверей? А, нет, появился. Ой. Да вы что, вот это они скримеров нам кидают. А, закрывай, 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 закрывай. Фух, хорошо, там пингвинус остался, пока. А нет, Гусанёк слился. Нет, это Гусанёк. Так, Балун Бой стоит. Так, внимательно, внимательно. Голден Фредди, Голден Фредди. А как? Как? Как, выбегаем. Да выходите, что вы стали? Ладно, ладно, я слился. Блин, они из-за того, что появляются в разных местах, в тех местах нельзя проходить. Я не знаю, ребята, это вообще реально режим пройти? Мне кажется, его нереально пройти. Так, для прикола, да, его сделали? Чисто для фана, чтобы мы поумирали.
Мне кажется, мне разве как бы две жопы в один проход пытались засунуть. И застряли. Мне кажется, пройти можно было, вы просто застряли. Не, мы не проиграли. Или проиграли? Проиграли, да? Все? Ну, походу, все, да. А, ну все. Запускаем заново этот режим. Ребята, давайте все-таки мы попробуем пройти. Может, что-то легче запустить? Не, давай вот этот режим. Давай, это вакханалия. Я начинаю привыкать. Этот же, давайте, есть другой режим, называется... Давай сложнее. You can't моды, во, мы запускали давайте. It's me моды, you can't моды, давайте. Ты не можешь мод. Воу-воу-воу, сейчас будет что-то пожестче, наверное. Эй, ты что там сидишь? А у вас камера на Фоксе? О, давайте посмотрим, какая будет ночь. А, Night 8, значит, это немножко легче, да? Да. А у вас на камера на Фоксе? Нет. Поставьте, я вам буду прям в глаза смотреть. О, включил. На Фоксе? Да, на Фоксе. Видишь меня? Да, бегаешь ты там. Так, ребят, пока вы смотрите на камеру, я буду здесь смотреть. Мне кажется, немножко легче, да, ночь это? А, нет. Один остался из нас жив. Я жив. Мы просто не смотрели, видите, сзади окно, надо туда тоже чекать. Я танцевал на камере. Да, получилось? Да, там у кого-то успел. Я закрываю, я успел. Уже две двери, где мы закрываем. Да, отлично. Так, Фокси стоит, музыка играет, все сходится. Дима, ты меня видишь? Я танцую. Да, вижу, только у меня постоянно каждые 5 секунд скример какой-то вылетает. Так, открываем. У вас... Ой! Закрыл! Фокси! Ладно, шучу. Шучу. Фредди сзади Фредди! Да я шучу. Ребята, я люблю пошутить. Так, открывайте, вроде бы. Так, подходят. Можно. Молодец, Куёка, ты молодец. Ой-ой-ой. Глюки. Так, никого нету? Да пока нет. Все спокойно, да? Ну, это поспокойнее ночь, честно скажу, полегче будет. Потому что та прям вообще нереально. Ну, давайте, если этот ролик наберет 3000 лайков, мы попробуем пройти все-таки ту ночь. Фокси руку поднял, приготовьтесь. Да, хорошо. Скажешь, когда будет бежать? Хорошо. А я увижу по камере. Ой. Молодец. А, блин, скримеры задрали. Реально задрали. Так. Я смотрю за ним, Бежит. Ух. У нас, короче, этот иноагент там стоит. Чекает. Зато один из нас остается жив, и таким образом мы можем пройти. 2 часа ночи у меня отображается, что сейчас. Просто там, где отображается время, у меня вебка наложена, поэтому на записи видно не будет. Танек, ты что там танцуешь? Да танцую, мне нормально, у вас там бонька слева. Никого? Кого? Там бонни вот стоит. Слева. Я вижу. Он так не убьет, можно открывать. Ой, блин, я уже дергаюсь за каждым скримером. Так, нам энергия должна хватить, надеюсь. Должно. Представьте, пройдем эту ночь. Напишите в комментах, пройдем мы эту ночь или не пройдем. Хотя бы, чтобы у нас время хватило, да? Хотелось бы, чтобы это отобразилось. Ой. Скримеру такого вот, фиолетового человека пиксельного. Хотелось бы, чтобы отобразилось, что мы пройдем. Откуда? Кто с кем? Все, короче, давайте я буду отвечать за левую дверь, а вы за правую. Потому что мы так путаемся. А кто-то вообще за шкатулкой. Ах, третий за шкатулкой. Фокси, заводите шкатулку. Фокси руку поднял. Скажешь, когда будет бежать. Хорошо. Заводи шкатулку. Так, ну что, если кто-то ушел оттуда, открывай калитку. Закрывай! Молодец! Ух. Она еще не сразу закрывает, открывается не сразу, че закрывается. Когда есть, ребята, опоздание, немножко переживать начинаем. Так, смотрим, кто там. Так, никого, можно открывать. Отлично. Ой. О, гусенек умер. Иноагент погиб, пацаны. Ничего страшного, я воскрес. А шкатулка вообще заводится или нет сейчас? Или ее не надо заводить? Жалко этого. Ой, сейчас знаете что? Я пойду посмотрю, вылазит там. Или пиздрихает, или не вылазит. Интересно, умру я. А! Блин, не пустила. Вот, блин. Так, давайте проверим, тут кто-то стоит. Открывай, я пойду. Ой. Так. Она не вылазит, нема ее. Перебежишь левую дверь, чекай. Она сидит. Просто сидит, когда голова начинает вылазить, она надо.
А мы живые, мы живые. Отлично, ребята. Видишь, профессионалы ушли с офиса и сразу начинают погибать, пацаны. Камера-то стоит на Фоксе, они даже не чекают. Ну ничего, зато у нас энергия еще полная. И время уже не идет у меня. Может, мы уже проиграли? Да нет. А, ну да, нет. Это значит отобразиться, бывает как-то с опозданием. А двери, вы что, не умеете двери закрывать? А что, двери нет? Видишь, Дима, так... Да это потому, что ты стоял клацать, надо было отойти и подойти, надо тайминг делать. Мы живы. Мы живы, я видел, кто-то один из нас остался жив. Позастревали в друг друге, как всегда. Вы видите? Господи! А что это было? А как так-то? Все, мы проиграли. А мы сейчас проверим, будут они идти или нет. Ну он, блин, троих прирезал, представляете? Нет, они идет! Ночь идет, отлично, ребята. Слились, ну проходим. Такое разве бывает? Я не знаю, бывает. Блин, да смотри, психи какие-то. Угу. Так, чекаем, кто-то стоит там. А ну смотри. Надо шкатулку нести. Нет, там никто. Никого нету, открываем. Я слежу за Фоксом. Уяка, надо отойти от двери и подойти, туда она закроется. Когда ты просто стоишь возле кнопки, она не сработает. Тут эти нюансы надо просто знать на этой карте. А, правда. Фиолетовый Фредди там у вас слева. Я вижу, он так не убьет нас. На, подлец я такие. Ого, стекла отлетают. Раньше так не отлетали стекла. У меня, кстати, пятна не остаются, удары. Ну да. А тут? Вот тут остаются. Очень странно. А! Да как мы проходим? Да что вы не чекаете ничего? Я в шоке, играю с профессионалами. Марионетка, Дим. Один стекла бьет. Второй камерой клацает. Третий проигрывает. Ребята, все четко, команда профессионалов. Если вы хотите в нашу команду, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании, любой может зайти с нами и записать. Ребята, энергия прям дебела села. Да? Да, смотри, батареи сколько. Совсем чуть-чуть. Кстати, мы походу уже проиграли, марионетка залазит обратно. Ты думаешь? Ну давайте проверим. Че, мы опять не прошли? А, значит дается все-таки несколько жизней, да? Да. Не давалось. Все, тишина, да? Да, все. Ну блин, а как нам пройти? Все, давайте, ребята, включаю еще один режим. Сейчас мы обнулим карту. Короче, мы никакой режим пройти не можем, но попробуем. Вот, ребята, секретная комната, где можно настраивать аниматроников. Вот искусственный интеллект по левелам. Давайте сделаем просто левел 20. Так. Все, все активно. Давайте тоже активируем. Этот активируем. И... Это надо запустить. Давайте проверим, запустится или нет. Так, не запускается, да? А ну вот это вот. Запускаем. Не запускается. Хорошо, давайте. О, запустилось! Все, ребята. Короче, кастум моды. 20-й левел аниматроников. И все активировано. Полностью все включил, пацаны. Дима, ты псих. Да чё, я не сильно. Я не сильно псих. Ого, уже с двух сторон. Так, короче, в следующий раз мы, когда будем записывать этот режим, я поставлю средний режим и попробуем на среднем пройти. Потому что самый сложный, мне кажется, это прям жестко будет. Ну, постараемся. Мы постараемся. Фокси сейчас будет бежать. Да, надо камеру эту включить сразу. Она так включается. Фокси бежит, Фокси бежит, Фокси бежит. Молодец. Камера крутится, надо не ту камеру нам поставить. О! Блин, а чего раньше не крутилось, сейчас крутится? Наверное, другая какая-то камера. Не та, это не та. Бутылку заводить не надо. Да? Короче, пусть вот эта камера будет стоять. Или вот эта. Во! Фокси бежит! Успел, ребята, закрыть. Ох, их сколько сразу приходит. Сразу видно, кастомная ночь моя. Называется хардкор. Ого, ты что, двери нельзя открыть, что ли? Да ну зачем ты открыл? Кто открыл двери? Они же стояли. Фокси бежит. Я успею, не ссы. Хорош. Закрыл. Отлично, молодец. И опять Фредди стоит справа с Фредди. Я понял. Так, Пингвинус, если ты не знаешь, что он не открывает двери. Ты не профессионал, как мы. Ты открываешь рано двери, надо ждать. Надо ждать еще секунды 3-4, когда они уходят. Но сейчас никого нету. Теперь можно открыть. О. Он же пингвин, у него бежит Фокси. Бежит. Да Фокси, Фикси. Сколько можно бегать? Фиксики.
Он сейчас снова будет бежать. Опять? Да, руку поднял. Нет, он передумал. Я увидел на камере, он передумал. Ты на столе стоишь, я вижу. Так, они прям с двух сторон. Нема никого, Койок? Уйоко, ну не прошло же 3 секунды. Значит, надо было, что 5 прошло. Да хватит, они ватроники атаковат нас. Дима, я получается понял. Когда открыл дверчика появилось. Да, я понял, что это так и произошло. А ты что там сидишь? Давай я тебе помогу. А я смотрю, там где этот не был. Голден. Так, все спокойно. А, Фредди стоит. Фокси. Фокси? Ё-моё, дверь открыт! Блин, в это время... Ой-ой-ой-ой. А чё все умирают? А, не, один остался живой, да, всё-таки? Да, закрывайте двери, все. Ну, закрывай двери! Это жестко. Ой, там Фредди стоит. Да, ребят, такого, знаете, хардкорного еще. Фокси. ФНАФа у нас не было, это прям сложнейшая ночь. Сложнее не было еще. Прям сильно. Это 99-я ночь была. Нападают, лезут, что-то от нас хотят. Вроде бы нема. Нема? Да. Шо? Фокси опять бежит. А мы двери не открываем даже, какой в этом смысл? Опять пришел, да смотри. Дима, прикинь, только что хотел открыть дверь утючек. Не надо. Кстати, на этой ночи что-то марионетка не вылазит. Зря ты это сказал. Упс. А! Пришел Голден Фредди, в уголку сидел. Фокси бежит. Я успею. Я не успею. Вот это жесть. Быстрее. Да хорош, аниматроники нас убивать. Быстрее, там сейчас у вас все плохо будет. А все хорошо, мы закрыли калитки все. Все? Все. Фокси бежит. Давайте, ребята, посчитаем, сколько раз он уже в этой ночи прибежал. Мне кажется, уже раз 10 точно. А может даже и 15. А может и 16. А может 17. Поджопника хотел дать, ну и дал. Так, стоит Фокси. Ой, Чик. Бежит. А, дверь закрыта, она бля. Тут в двери-то невозможно открыть. Это Чика уже стоит тут полдня. Там Фредди еще. Опа. Он то идет, то не идет, то руки опускает, то поднимает, танцует, стоит. Так, открывай дверь. Открыть. Откуда ты взялась, морда синяя? Вот так само, Дима, у меня был. Ай! Это нереально! Живем еще. Живем? Мне кажется, опять проиграли. Не-не-не, Бонька стоит. Ай! Ну все, я понял, мы именно профессиональные. Я закрыл. Я успел в последних щах. Хорош. Да, я знаю. Ладно, я хочу с вами побыть. Я уже отработал свое. Да? Не-не-не-не-не. Так мы тогда вчетвером умрем. Нет, мы не пустим тебя, жди. Мы сейчас только откроем двери. Давай лучше с другой стороны, чтобы Фокси не прибежал. Бежит, не открывайте. Я знаю, что эту сторону лучше не открывать. Ты ненормальный вообще. Все, откройте, мужики. Откройте. Мы проиграем. А дверь сразу не закрывается, подлец. Такая тишина сразу, отдыхай. Опа. Пацаны, сейчас одна из такая мелочь. У нас батарея сейчас сядет. Фокси побежал. А как нам открыть двери, если они бегут постоянно? Никого нету, можно открывать. Да никого не было! Ну не было никого, ну я видел. Ну все, я съем. Да нет, не все, мы уже все. Жопы нюхаем целый день. Да вы что застреете в огне? Все. Очередной раз. О нет, еще нападают. Короче, я выхожу с этого офиса вонючего, ну его нафиг. Только не открывай. Так, никого нету, да?
Открывай. Давай. Фух, я уже боюсь там сидеть. Это офис ужасов. О, кто-то умер. Куёка, молодец. Открывайте двери и выходите, будем тут стоять. По приколу. 4 часа, может, пройдем все-таки? Давай. А мы живые, мы живые. Ну чё, аниматроники, мы поломали систему. Так, живые. Живые. Отстаём тут, коридорчики встали, чекаем. Смотрите, сколько раз они приходят. Нам что главное, пройти. Живые. Живые. Ни о чём. Вот, слушайте, а тут прям в зале нормально. Живые. Ох ты что, они приходят и уходят. Прикольно вы сели. Так, блин, ну хорош, аниматроники. Так, 4 часа. Еще 2 часа нам прожить, и мы пройдем. Дим, посмотри направо. Вы психи какие-то. А, блин, ты смотри. Нереально приходят. Опа, Чика пришла. А ну подойдите к ней, убьет или нет? Не-не-не. Фокси, ты уже сколько раз пришел? Фокси уже пришел раз 20. Чика. Может даже 25. Так, пойду я прогуляюсь. Опа, Фредька стоит. Вот это жесть. Только скримеры, скримеры за скримерами. Ладно, давайте будем смотреть, как Фокс себе. О, ты что-то новый скример. Во. Да ты смотри. Да нет, 20 левел, это вообще нереально выжить. Во. Подойди, он тебя не убьет. Он когда стоит здесь, он не убивает. Да я знал, что он убьет. Ноги уже ведутся на эту фишку. Ну что, ребята? А, блин! Мы сейчас пройдем. Мы, по идее, сейчас пройдем. Так, я специально не буду проигрывать. А как? Как? Тихо. Да вы задрали морды. Есть. Да ну-ка. Ну, блин. Да сколько можно убивать нас? Я пошел. Работайте сами. Тут, смотрите, даже секунду прожить в офисе нельзя. Секунду. Дима, выбегай давай, быстрее. Есть, есть. Я так боюсь уже этот ФНАФ, это очень стрёмно. Так, все, сейчас пройдем. Все будет 6 часов, и мы затащим. Надеюсь на это. Ну да, раз они идут, ночь продолжается. И Фокси приходит, Чика приходит. Голден Фредди приходит. Мы проиграли! Вы не прошли эту ночь! Ну, попытка была хорошая, да, пацаны? Да. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Все разрушили. Но больше никто не играл в проклятый.